Итак, всем привет! Приветствую вас на своем канале, посвященном нумизматике. И сегодня я бы хотел предложить вам свою группу ВКонтакте «Нумизматика и монетный бизнес» и предложение о сотрудничестве. Разумеется, кто желает, может вступить в группу. Группа не очень большая. Здесь по статистике посещаемость такая средняя. Сейчас сезон отпусков, не так много у нас посетителей. Если так посмотреть бы статистику, вот вчера, позавчера 150 просмотров, потому что был репост какого-то аукциона или какой-то записи, тут было посещение. Это у нас возрастная характеристика, география посещения и так далее. Там пришло, ушло. Ладно, неважно, не суть. Те, кто желает купить, приобрести монету, есть здесь много репостов хороших достаточно аукционов, различных групп, ну, проверенных, скажем так. Ну, давайте взглянем. Первый попавшийся лайк поставим. Угу. Ну, вот, цветные монеты, короткий аукцион предлагает администратор. Сегодня было начало, окончание вечером. Старт 50 рублей. Шаг 50, пересыл почта России 100 рублей. Ну, обычно мне дорогие здесь пересылы 100 рублей, 80 рублей на такие монеты. Вот аукцион идет, все по-честному. А, он уже закончился, наверное. Нет, не закончился. Ну, цветные монеты, это у нас 25-рублевые, как я вижу, посвященные Сочи. Монеты, конечно, настоящие, но вот это, то, что они цветные, это было сделано, не, конечно, не в монетном дворе, если честно, это народное творчество. Но монеты, конечно, настоящие, без проблем. Их покупают, на них спрос есть, они интересные. Так, давайте дальше посмотрим. Вот иностранные монеты продаются. Тоже аукцион небольшой. Недолгий, скажем так. Владелец, собственно, да. Ставки идут без проблем. Кто желает, тоже без проблем. Любую монету можно найти. Ну, не любую, но очень много монет можно найти. Вот монета с браком сейчас была. Скол, что ли? Так это будет правильно. Монеты Финляндии тоже, тут небольшой аукцион идет. Давайте лайк поставим. 25 пенни. Тоже, ну тут старт не с рубля. Многие монеты стартуют с рубля. Ну, как бы много аукционов с 1 рубля. Но есть и по фиксированной цене, либо старт какой-то 100 рублей выше. Вот неплохой бон. Правда, он в Китае сделан. Ну, хорошая сувенирная банкнота. Много у меня раньше таких было. Так. Давайте посмотрим. Вот неплохой планшет для монет. Угу. Ну, можно лайк поставить. Ну, 1000 рублей. Неплохая цена, в принципе. Но это старт. Могут купить, могут не купить. Ну, я бы, конечно, купил. Мне просто сейчас не надо. Нет необходимости. Ну, давайте дальше так быстренько глазами пробежимся. Много лотов предлагается, больших бонов, как вы видите. Странных монет, разумеется, много. Кстати, вот монеты с браком. Достаточно неплохие. Узкоспециализированная группа тоже предлагает монеты. Торговая площадка. Неплохо. Не, вот неплохая группа. Часто проходят аукционы с монетными браками. Достаточно интересными браками, если так взглянуть на полностью. Ну, что тут у нас? Скол штемпеля достаточно сильный на самом деле. Старт 3000, хотя вот продавец пишет, старт было 5000 рублей. Ну, снизил, ну неплохо, в связи с отпусками, наверное. Вот тоже полный раскол аверса. Неплохой брак, выкрашка. Еще какие есть тут? Давайте быстренько посмотрим, какие есть еще аукционы. То есть вы много чего можете найти в группе. Вот тоже лоты монет, посвященных городам воинской славы. Давайте лайк поставим. Тоже неплохая группа, достаточно активная, с активными аукционами. И с рубля, и не с рубля. Так, так. Ну, в принципе, вот неплохой лот. Я вижу, здесь у нас целыми килограммами продается. Это, наверное, иностранные монеты. Да, иностранщина. Ну, неплохо. Давайте взглянем, какие тут условия у него. Продавца. Полкилограмма 825 рублей. Килограмм 1050 и так далее. Ну, тоже. То есть, кому интересно. Вот тоже. Много здесь наименований. Сейчас посмотрим. Тоже есть и монеты с браком, с расколом. И с современные Российской империи монетки. Ну, в принципе, все, затягивать не буду.
Если вы сделали хороший обзор, например, на YouTube, касающийся нумизматики, там, бонистики, или там кладоискатели делают хороший обзор, тоже без проблем. Или вы администратор группы, тоже приглашаю. Сделаю репост без проблем, только все должно быть прозрачно и честно. Всем удачных, всем хороших отпусков и всем пока!